Уважаемые невельчане, сахалинцы, в этот памятный всегда для нас день, 22 июня, вы проводите, на мой взгляд, очень важную акцию «Свеча памяти». Мы также всегда это делаем на сайте фильма «Брестская крепость». Там горят свечи, которые каждый может зажечь свою персональную свечу. И думаю, что теперь с вашей помощью этих свечей на сайте фильма «Брестская крепость» будет зажжено достаточно много. Всегда для нас этот день скорбный. И мы, создатели фильма «Брестская крепость», каждый год в этот день не только смотрим фильм «Брестская крепость», но идем и возлагаем цветы и к могиле неизвестного солдата, если мы в Москве, и в самой Брестской крепости возлагаем цветы к мемориалу защитников Брестской крепости. Мы должны помнить, в каком мире мы живем и благодаря кому. Нашим дедам и прадедам, которые отстояли свою страну и мирное небо над нашей головой. Нужно рассказывать об этом детям, поскольку наши дети растут хорошо и, наверное, немногим интересуются, а надо бы. Еще что важно сказать. Канал ТРО, который теперь вы можете видеть на своих телеэкранах, всегда заботится о том, чтобы мы помнили о нынешнем дне, но не забывали о прошлом. На этом канале много документальных, публицистических, игровых фильмов о войне. Смотрите наш канал и будьте счастливы и здоровы. Я представлял себе войну, но я не представлял себе войну. Такую войну. Все ее ждали, но никто не ждал, что вот так сразу. Просто и страшно.